закончился первый день. Два комплекса. Поделись впечатлениями, как тебе комплекс и доволен ты своим выступлением? Своим выступлением доволен. На гераклионовских играх давно не принимал участие. Последний раз я был, когда было первое гран-при гераклион. Вот, поэтому что-то пропускал по болезни или еще что-то. Комплекс, как всегда, разнообразный, очень интересный. Выступлением своим доволен, конечно. А какую задачу по итогам двух дней перед собой ставишь? Каким местом будешь доволен? Я хотел бы в пятерку. Залезть. А как тебе атмосфера вообще, площадка? Как всегда, вообще на все соревнования я еду как на праздник, наверное, больше не как на работу, а отдохнуть. Поэтому это праздник спортивный такой. А кого считаешь своими главными конкурентами? Может, кого-то выделишь из ребят? Конкурентами? Да нет, ребята добавляются как раз все новые и новые. Сейчас прошло то время, где были постоянно какая-то пятерка закрепилась и постоянно что-то выигрывало. Сейчас все постоянно меняется. Этим и интересно, что ребята новые приходят. И не знаешь, чего от них ждать. Завтра три комплекса. Сейчас Женя будет объявлять, какие. Сказал, что какой-то сюрприз будет первый раз в России. Есть мысли, что там может быть такого необычного? Да нет. В принципе, любое задание будет необычным, потому что это будет новое задание. И я думаю, здесь их угадать будет очень сложно. Расскажи, недавно ролик красивый такой сняли, выложили, мы посмотрели. Что за проект вообще, всем интересно, расскажи. Проект пока секрет, будем зарабатывать. Поэтому должно быть что-то новое, интересное, потому что все эти съемки на телефон, тренировок и все остальное, это очень много уже. Решили взять что-то другое, попробовать. Ничего не обещаю, всех естественно, или может что-то не получиться, поэтому пока просто вот сделали промо-ролик. Всем понравилось, это уже радует. Спасибо, удачи тебе завтра. Спасибо.